Добрый день, друзья! Добрый день! Игорь Жабский представляет. Сегодня 6 мая 2018 года. Я на Шамаре. Вот такая погода сегодня на Шамаре. Волны гонят. Народ гуляет, ходит. Но никто не купается. А я хочу скупаться. Сейчас жена подойдет. И я пойду в море. Вот я вам покажу сейчас панораму Шамары. Вот люди гуляют, свежим воздухом дышат. А я, как всегда, буду открывать пляжный сезон в этом году. Вон Марина с Сашей подошли. Смотрят. Волны хорошие, конечно. Вроде и ветра нету, но видать с моря дует, там тянут. Вот мы сейчас посмотрим на волны. Вот такие они. Слушаем шум моря, пока до лета еще далеко, в смысле до пляжного сезона достаточно далеко, потому что весна затяжная, прохладненько. Вот. Марина там на прибое балуется. Вот Оля идет. Вот она идет, прячется, он убегает, 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 он с мечом убегает. Вот. Вот как бушует. Вот. Так что смотрим на волны, слушаем шум волн, расслабляемся. И с нетерпением ждем пляжного сезона. Сейчас я ближе подойду. Опущусь. Вот так посмотрим. Почти до меня добрались. Ну все, друзья, будем готовиться к походу в море. На этом я заканчиваю. Пока. Всех с наступающим Днем Победы. Ура!